отличная способность. Да, конечно. Ребятушки, добрый всем вечер. Сегодня у нас потрясающее, классное событие. Уютный вот такой акустический вечер летний. На улице такая теплая зима. Все нормально. Снег, правда, еще пока не пошел, но как бы прикольно, здорово, все хорошо происходит. И что мы сегодня собрались? То есть почему среди трех выходных мы зачем-то собрались в городе? Почему? Задаем мы себе этот странный вопрос. И, в общем, легко на него отвечаем. У нас замечательное событие в коллективе. У нас день рождения нашего замечательного гитариста Женечки Левина. Давайте ему поаплодируем. В общем, мы будем начинать. И, в общем, бухайте и отдыхайте. Thank you.
фотографы. Сегодня у нас два замечательных фотографа присутствуют вместе с нами. Это Марина Царенко и Саша Долженков. Давайте им поаплодируем. Мы все время их заставляем против их воли быть фотографами и заниматься этим. Они улыбаются в это время и делают вид, что им очень нравится, они очень счастливы. Ветер, мы всегда ее поем, очень всегда на сцене жарко, и хочется все время, чтобы здесь подул какой-нибудь кондиционер. Вот на любой сцене почему-то есть такое желание. И мы просто поем эту песню. Надежда. Можно, да? А давай. Ура! Надо написать песню про кондиционер. Да. Спасибо. Thank you.
Сейчас, в общем, будет такая песенка, от вас там будет многое зависеть. Вообще всегда от вас многое зависит. Все всегда зависит от людей. Мне так кажется. Это не атеизм, это как бы просто вот, ну, опыт. Да, ты это вслух сказал. Марина иногда просто выдает вслух то, что она думает. Давайте поаплодируем, это наш замечательный...